благодарен за приглашение, рад видеть всех и всех, С глубочайшим уважением отношусь к студии «Беларусьфильм», на которой я провел очень много времени. Я благодарю всех тех людей, с которыми я встречался. Я помню всех, и память об ушедших у меня навсегда. Я не очень люблю фестиваль, но к вам с удовольствием приехал. Во-первых, потому что я не буду работать, и моя картина не в конкурсе. И я люблю Минск. Для меня это всегда такое светлое ощущение. Со спектаклями я приезжаю, с концертом. Я ожидаю доброго шляху, тем более, что столько интересных подей будет в рамках кинофестиваля «Листопад». 21 кинопрограмма будет представлена. Будет представлена ретроспектива белорусского кино, разных краин света. 43 краины света принимают удел в этом фестивале «Листопад». 350 кинофильмов. Это 50 фильмов каждый день. Николи, как мне подается, в истории кинофестиваля «Листопад» не было так шмат киностужек. Так что я у всех запрошаю. Наведывайте кинотеатры Минска. Уже за много лет наш кинофестиваль приобрел свой облик, свою самобытность. Он год от года становится все более масштабным, все более привлекающим внимание зрителя и специалистов кино. Я необыкновенно благодарен, необыкновенно тронут. Спасибо огромное. Просто для меня это не пустая формальность, и то, что я говорю от сердца, а не просто, чтобы сделать какие-то, сказать, правильные слова в этот вечер. Все, что я делал, все картины, которые я делал, я, конечно, обращал их не только к зрителям России, но и к зрителям Беларуси в равной степени. И для меня, конечно, это огромная честь и радость, то, что вот каким-то образом, так сказать, я так вот немножко отмечен. Спасибо вам большое. Спасибо. Выпала, попала. За эти его 7 дней прозвучать как можно ярче.